Днем ранее наш телеканал рассказывал о приволжском маньяке, на счету которого более 30 убитых пенсионерок по всей стране. Следователи зафиксировали его преступления в Приволжском, Уральском и Центральном федеральном округе. В сентябре 2012 года, предположительно, именно он задушил 87-летнюю жительницу Иваново. Следователи вновь обращаются к ивановцам, чтобы горожане были особенно внимательны. Маньяк может находиться на территории нашего региона. По новым данным, убийцы от 20 до 35 лет, среднего роста, худощавого телосложения. По внешности это предположительно житель Поволжья. Теперь следствие сообщает, что у него есть сообщница. По последним сообщениям, недавно его видели двое свидетелей. Один в маршрутке областного центра, другой на территории региона.